О, нежданчик. Видите эту фигню? Нейтронная звезда. Блять, я хотел на обратном пути прыгать. Но. Раз она здесь, я хочу ее попробовать. Так, давайте-ка мы ее в закладке догоним. Добавим. Вот эту вот систему. А я же здесь, да? Нет? Нет, я вот здесь. Так, давайте-ка мы ее в закладочке. Чисто потом, чтобы на обратном пути тоже воспользоваться. Только хер знает, где их еще искать. Так, главное. Рискнем, да? Ну давай рискнем, попробуем. Я знаю, что нужно как-то вот в хвост цепляться. В хвост надо как-то. Надеюсь, меня не грохнет сейчас. Если сейчас грохнет, то будет пиздец обидно. Я же еще не долетел эти 5000 световых лет. Давай. Правильно? Нет, я влечу. О, вроде бы это, да? Вроде бы все. FSD перегружен. Так, сейчас давайте посмотрим, что у нас получилось. 4. Нет. 238 световых лет. Против 60, у меня было 60 световых лет максимально. Сейчас 238. Так, теперь думаем, куда мы будем прыгать. Прикольно. Это, оказывается, несложно на самом деле. Блин, я думаю, это сложнее гораздо. Так, это... Давайте куда-нибудь... Нет, 600 это до хрена. На самом деле, 600 это до хрена. 400 до хрена. Мне надо 240. Ой, 230. 270. А, оно уже сразу с расчетом, да, было, получается? А, я же ведь правильно вот маршруты проложил с расчетом, получается. Форсажа. Ну, ладно. Так. 223. Да, но с расчетом, как получается, маршрут уже сам проложил расчет. Рассчитал все. Ну-ка, давай, прыгай. Блин, 220... 233 получается, да? Это, блин, да хуя можно, оказывается. Я думал, всего лишь там раза в 2, например, скорость, расстояние увеличится. А тут, блядь, что получается? На 400% где-то, да, примерно? Ну, чуть больше, где-то в среднем около 400% получается. В 4 раза больше где-то получается. Даже чуть больше, 4 раз. Не, ну правильно, да, в 4 раза больше прыжок получился. Вот, 60 это... Ну да, это в 4 раза больше прыжок получается. Прикольно, почаще бы такие встречались. Ну-ка, где у меня, получается, маршрут этот прокладывается... Вот и заранее рассчитали, значит, получается, мы... Я использовал вот реактивный форсаж, когда прокладывал маршрут. Быстрый маршрут, и вот так, реактивный форсаж включен. Еще какие-нибудь такие есть? Вот, получается, да, походу. Прикольно, ну-ка, давай-ка еще раз попробуем сейчас. Не буду ничего исследовать. Сейчас мы зарядимся. Сейчас зарядимся. По-моему, та следующая звезда тоже будет нейтронка, по-моему, походу. Я предполагаю, по крайней мере, это кажется. Сейчас проверим. Еще не знаю, запись включена. Я, блин, это... ОБС-ку включать некогда было. Я включил этот GeForce Experience. Запись через него. И я не проверял ее, как она работает, запись там. Нафиг на эту температуру. А, кстати, она же зарядка от нейтронки, она ломает мне с FSD. Ну-ка, давайте сейчас глянем модуль. Скороститель FSD. Так, а где он? Вот он. Всего на 1%? Ну, херня. Так, давайте прыгнем, сейчас посмотрим. Есть там нейтронка или нет? Нет, по-моему, нет. Красный карликом.
Хотя, мне кажется, должно быть. Или следующая какая-то, блин... По-моему, там был большой отрезок пути, который похож на прыжок через нейтронку. Нет. Значит, следующий, скорее всего. Расстояние 108. Нет, видимо, нету больше нейтронок. Не встречаюсь, не проложила через них. Ну ладно. Главное, я впервые прыгнул через нейтронку. Надо будет потом попробовать на обратном пути не только через нейтронку прыгнуть, но еще и усилитель этого FSD включить. Усилить FSD, там на 100% можно усилить. Правда, у меня, по-моему, ванадия не хватает. Надо будет по пути на обратно поискать ванадий, собрать его и еще это использовать. Блин, насколько интересный прыжок-то будет? Охренеть, поди. Ну, проверим.